Да, хорошая была история. Веселая. Все. Вот оно. Все, что осталось. Здесь навесик был вот этот вот. Вот такой крупный навесик был. И вот он вход. Вот здесь стоял Starlink. Это мы уже вот это раскидали. Вот этой стеной полностью придавило. То мы ее расколотили. Вот он вход в нашу норку. Вот так вот. Здесь пацаны отдыхали. Сармат сел покушать, там он дошираки разложил. Вот такая херня. Тунгус успел заскочить вот сюда. А я только вышел, короче, и пошел к пацанам. Я успел только к ним заскочить и услыхал ее. Мы у них там засели. А тунгус здесь выползал полетать, поработать. Ну вот такая вот тема. Скорее всего, термобарчиком сюда залетела. Нихерово так вообще вскрыло. Кабеля все перебило, вот здесь, которые у нас туда шли, вон там на вынос. Здесь, которые кабеля шли, все перебило, короче. Электричество, ну, выноса все, короче, на радейку, на дроны. Вот так вот. Самая быстрая карьера Старлинка в истории Старлинков. Теперь он как детская погремушка.